أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и продолжаем серию передач, посвященных теме такфиризма. Для этого мы вновь пригласили в нашу студию уважаемого шейха Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, на последней передаче вы разъясняли о том, что под понятие поклонения попадают слова, как, допустим, просение помощи у кого-либо. Если человек просит у кого-нибудь помощь, помимо Аллаха, то это является ширком многобожьим, и он выходит из ислама, по мнению Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Вот хотелось бы с этого момента продолжить данную тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я, во-первых, в первую очередь приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. Мы говорили о том, что у Мухаммада ибн Абдул-Вахаба на стадии фундамента, то есть когда он строит фундамент и основание своего такфиризма, мы в этом фундаменте обнаруживаем явные и недвусмысленные противоречия. Одним из противоречий, которые мы начали обсуждать на прошлой передаче, заключается в следующем. Одно из противоречий заключается в следующем. С одной стороны, он говорит, что ибада, поклонение, это гаята тадаллуль валь хушу, это апогеи самоприниженности и раболепия. И наряду с этим, когда его спрашивают о том, какие виды поклонения имеются, он говорит, перечисляет ряд. И на самом деле мы можем коснуться всех этих видов, понимаете? То есть мы можем всех этих видов поклонения коснуться и везде найти противоречия. Мы сейчас этого не делаем, потому что это слишком затянется. Мы берем всего лишь один пример, и здесь мы указываем на противоречие, которое имеется и во всех остальных видах поклонения. И одним и тем самым видом поклонения, на который мы здесь указываем, это является истигаса. То есть крик о помощи, зов на помощь. Он, когда его спрашивают, какие виды поклонения имеются, он говорит истигаса. Одним из них является истигаса. Истигаса, так? Но в другом месте, в книге «Кяшф Шубахат», он говорит, что там, когда человек обращается с криком о помощи к другому человеку, который может ему помочь, здесь никаких проблем нет. Но а разве истигаса не было поклонением? Разве ты не сказал, что истигаса – это поклонение? И ты не сказал, что это такое истигаса или сякое истигаса, ты никаких условий не поставил, то просто в общем сказал, что истигаса является поклонением. Из чего мы можем сделать вывод, что любой вид и любой истигаса является поклонением. Таким образом, если один человек делает другому человеку истигаса, то есть зовет его и кричит к нему о помощи, то это должно быть поклонение как следствие ширком. И почему ты говоришь, что здесь нет проблем, если этот второй человек может ему помочь? Почему нет проблем? Это же поклонение. А если человек одного зовет другого, один человек зовет другого человека на помощь, то по твоим определениям, по твоим основам, он поклоняется ему, а значит делает ширк, совершает многобожие. И здесь, чтобы решить это противоречие, мы предположили одно предположение, сделали одно предположение, которое является слабым, и мы его ослабили, мы сказали, что это не может быть, это, то есть, недействительно, да, и, в принципе, сами ваххабитские ученые и толкователи Мухаммад ибн Абдул-Вахаба этого предположения не выдвигают. В чем это предположение заключалось? Заключалось в том, что когда он говорит, что истигаса является поклонением, он имеет в виду, истигаса к Богу является поклонением, а истигаса к творениям не является поклонением. Помимо того, что сами они это предположение не озвучивают, помимо этого, мы сами это принять не можем. И это не соответствует действительности. Он не это имеет в виду. Почему? Потому что, и это, в принципе, не решит, на самом деле, противоречия. Почему? Потому что, ведь он на основании того, что один человек делает истигаса к другому человеку, обвинять его в ширке. А если он, когда приводил истигаса как пример поклонения, имел в виду только истигаса к Богу, то на каком основании? Зачем? Почему? С какого... То есть на каком основании он в данном случае, в данном примере имеет право
обвинять этого человека в ширке и выносить ему такфир. Так, это одно предположение. И второе предположение, которое озвучивают сами, обратите внимание, озвучивают сами ваххабиты, и можно даже найти в речах самого, указание на это можно найти в речах самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Например, когда мы вот читали его высказывание, он говорит: «Фаинна листигасада биль махлук, фима якдур алейхи ла нункируха». То есть там случай, когда один, он говорит, когда одно творение обращается к другому творению за помощью, кричит о помощи к нему, и это творение может помочь ему, имеет возможность помочь ему, то, говорит, здесь никаких проблем нет, это не является ширком. Что он здесь имеет в виду? Что он здесь имеет в виду? Можем предположить, что он имеет в виду, что когда я сказал, что истигаса является видом поклонения, потому что мы же с этим находим противоречие этих слов, слов, которые он сказал в Кяшу Шубхат, которые мы только что зачитали, этих слов с какими словами находим противоречие? С теми словами, где он привел истигаса как один из примеров поклонения. И с теми словами, где он определяет поклонение как гаяту тадаллу валь хушу. С этим находим противоречие. Что он здесь может иметь в виду? Какое здесь может быть предположение? Может быть предположение о том, что когда он привел истигаса как пример поклонения, когда он сказал, что истигаса является одним из видов поклонения, он имел в виду не любое истигаса. Может это так. То есть, может имел в виду только то истигаса, когда человек обращается за помощью в том вопросе, в котором может помочь только единый Бог, только Аллах. Он это может имел в виду. То есть это предположение, которое мы можем сделать из его слов. Чтобы оправдать его. Чтобы оправдать его. И которое делают, в принципе, и высказывают это мнение его толкователи. Например, тот же самый Ибн Усеймин. Он говорит, что это имеется в виду. Он то есть открыто говорит, я сейчас попробую найти. Он говорит, допустим, у него есть книга «Шарху Кяшфи Шубахат». То есть он это мнение высказал в «Кяшфи Шубахат». А есть толкование «Кяшфи Шубахат», которое принадлежит Ибн Усеймину на странице 29. Он пишет следующее. «Аль-истигаса бихайин гайри кадирин». من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث بمشمول على دفع عدو وصائل فهذا لغو وسخرية بالمستغاث به. До этого говорит: الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالاستعانة بهم. Он говорит, когда человек обращается к живому, знающему и способному, это 29-я страница, Шарху Кяшфи Шубахат, Ибн Усеймин говорит, когда человек обращается с криком о помощи, с зовом о помощи к живому, знающему и способному ответить на Игаса, на его крик, на его зов, «Фахаза джайзун, кали истиана тубихим». Это дозволено, точно так же, как и дозволено обращаться к этим же самым людям за помощью. Это дозволено. То есть он здесь как бы говорит, что истигаса к неспособному запрещена. То есть таким образом мы понимаем, что они имеют в виду, когда говорят истигаса, так, истигаса, что истигаса является одним из видов поклонения, они имеют в виду, что является... То истигаса является одним из видов поклонения, когда человек обращается с криком о помощи в том вопросе, в котором может помочь только Аллах. А если человек обращается с другими вопросами, по другим вопросам обращается с криком и зовом о помощи, то это не является поклонением. Это тоже еще одно предположение, которое вот мы можем сделать из всех этих противоречий, из той каши, которую мы обнаружим в книгах ваххабитских ученых. Это реально по-настоящему не упорядоченные труды.
то есть ваххабитских ученых, в том числе труды самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, там имеется каша, то есть только противоречий, и все смешано, нет какой-то логической цепочки. В одном месте говорит, истигаса – это вид поклонения, в другом месте говорит, что никаких проблем нет, если один человек делает другому истигаса. То есть это же противоречие, это значит, ты построил свои убеждения и обвинил огромное количество мусульман в неверии и вынес им такфир на основе каких-то абсолютно противоречивых вещей. И мы здесь пытаемся помочь, помочь им и оправдать. И говорим, что, может быть, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб имел в виду, когда назвал истигаса одним из видов поклонения, что призыв и зов, и крик о помощи в том вопросе, который может решить, в котором может помочь, в котором может прийти на помощь только Аллах. Так? Но это такое предположение, которое, опять-таки, всерьез воспринято не может. То есть попросил творение, чтобы он оживил кого-либо, допустим. Например, да. То, ну, что невозможно. Например. Ну, не знаю, не будем определять вот эти границы, потому что я эти границы лично не знаю. И Мухаммад ибн Абдул-Вахаб эти границы тоже не знает. Не знает, где вот это действие и деяние, которое относится только к Аллаху, и где действие, которое имеется и возможность у других. Где эти границы? Кто их определяет? Как их определяет? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб на это не способен. Он не может определить. Ну, во-первых, я лично не стал бы такое высказывать, да, то есть не стал бы таких убеждений придерживаться, что вот истигаса там в том вопросе, который имеет только к Аллаху, потому что почему? Почему не стал бы? Знаете почему? Потому что вся сила и мощь только от Аллаха. Что бы человек, какой бы человек ни делал, он делает с помощью Аллаха. Иса, алейхиссалам, оживлял людей с помощью Аллаха. Это была мощь Аллаха, но когда человек обращался к Иисе о том, чтобы он оживил его мертвого и исцелил его больного, да, он же обращался к кому? Он обращался к Иисе, к человеку обращался, но Иса не исцелял своей силой, он исцелял с помощью Аллаха. Всевышний помогал ему исцелять. И поэтому где, что это значит? Грани нет. Где грани? Как это определить? Да и в том числе, если вы скажете мне, возьми меня за руку и помоги мне подняться с колена, например, вы упали, и, допустим, что-то такое произошло, и вы попросите меня, если я вам протянул руку и помог вам подняться на ноги, я лично убежден, что та сила, с помощью которой я помог вам, это сила Всевышнего, который дал мне эту силу. Нету никакой силы и мощи ни у кого, кроме Всевышнего. Но эту силу Всевышний дал мне, и вы обратились за помощью ко мне. И я с помощью Всевышнего и той силы, которую он мне дал, поднял, помог вам. Где эта грань, где эта граница? То есть как это определяется? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и никто из его последователей этого не знает. Как я могу за них сказать, что вот... какие-то границы здесь провести. Вы говорите, например, вопрос о том, чтобы оживлять мертвых. Я не могу, потому что они этого сами не знают. Уважаемый шейх Гурбан, если вы не против, мы перевозим на небольшую паузу. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы вернемся. Уважаемые наши телезрители, мы прерывались на небольшой перерыв, до которого говорили о том, что значит просить у кого-либо помимо Аллаха. Уважаемый шейх Гурбан, вы сказали о том, что если человек просит у другого, и последователь Мухаммада ибн Абдул-Вахаба объясняет слова Мухаммада ибн Абдул-Вахаба о том, что он просит то, что невозможно, то, что может только Аллах, и это значит ширк. Но, как мы понимаем, что это не может такого быть ответа на этот вопрос. Это сомнение. Да, здесь мы можем указать на несколько очень важных моментов. Да? То есть, если Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, когда сказал, что истигаса является одним из видов поклонения, имел в виду только истигаса в тех вопросах, которых,
может помочь только Всевышний, да, если это предположение сделать, чтобы решить вот это явное противоречие в речах и в словах Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, если это предположение сделаем, то здесь возникает несколько очень важных проблем. Я укажу только на некоторые из них, и некоторые из них, я думаю, что мы не успеем сегодня разобрать, скорее всего, придется разобрать на следующей передаче и более развернуто это разберем. Во-первых, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб сказал, что одним из видов поклонения является истигаса, он никаких условий не поставил. Он в общем сказал истигаса. То есть его речь, когда он отвечает на вопрос о том, какие виды поклонения имеются, это речь, где он приводит истигасу как один из видов поклонения и никакими условиями, никакими какими-то там вещами не обуславливает истигаса, называя истигаса видом поклонения. Это означает, что, то есть, когда он говорит, что истигаса является одним из видов поклонения, просто истигаса, не истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только Всевышний. Он так не выражается. Он говорит «ад-дуа валя истигаса валя истиана». Он говорит истигаса, просто истигаса. Эта речь означает, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб считает видом поклонения истигаса, а не истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только Всевышний. Поэтому это предположение, которое в том числе делает, которое можно вывести из других речей Мухаммад ибн Абдул-Вахаба или из речей других его последователей и других ваххабитских ученых, в том числе ибн Усеймина, мы не можем согласиться с этим предположением, с этим толкованием. Мы не можем с этим согласиться. Почему? Потому что это явное противоречие. Когда ты в одном месте называешь видом поклонения истигаса, а в другом месте говоришь, что поклонение является только истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только Всевышний. Не говоря уже о том, что это за вопросы, это уже не говоря уже об этом. Это с одной точки, с одной стороны. С другой стороны, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дает определение, что такое поклонение, он говорит «гаяту тадаллуль валь хушу», что это апогей самоприниженности и раболепия. Так он же так определяет. Да, это вот сейчас я. Это Усулюддин, страница 7 и 8. Ну, мы ранее приводили, я сейчас, возможно, все адреса не вспомню. Хамсуна Суалян в своей книге 50 вопросов. В книге Усулюддин на странице 7 и 8 он эти вопросы разъясняет, что такое, он дает определение тому, что такое поклонение. Да? Например, на странице 7 Усулюддин он говорит «Аль-Ибадату хия гаятул худу ваттадаллул ва гаятул хуб ваттааллук», что поклонение – это апогей самоприниженности, это апогей раболепия. Худу, тадаллул – это арабские слова. Мы, может быть, не совсем точно переводим, потому что, может, не найдем точного перевода в русском языке, точного эквивалента в русском языке слова тадаллул или худу, или хушу. Но мы похожие, близкие по смыслу слова приводим. Когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге «Усулюддин иль-Ислами» на странице 7 приводит подобное определение поклонению, мы задаемся вопросом, а истигаса, не истигаса в тех вопросах, в которых может помочь Всевышний, а вообще само по себе истигаса, крик о помощи, зов о помощи, является, подпадает под это определение. То есть это является гаятуль-худу. Является гаяту тадаллуль? Конечно, является. То есть является, подпадает под определение поклонения, которое дает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Подпадает. А когда ты потом приводишь другие вещи и говоришь о других вещах, и говоришь о том, что
не любой истигаса является поклонением, а является только то истигаса является поклонением, которое имеется в тех вопросах, в которых может помочь только Аллах. Это значит, у тебя определение неточное. Это проблема. То есть для ученого человека, для человека, который тем более на основании подобных определений потом выносит такфир огромному количеству мусульман, даже и большинству мусульман выносит такфир и идет дальше, дозволяет их имущество, жизнь, честь и начинает их убивать на основании чего? На основании неточного определения. Это значит, это человек сумасшедший. Это человек, который дерзит Богу, богохульствует. Как можно на основании подобных определений, подобных неточных определений выносить подобное решение? Ведь ты говоришь, что ибада, поклонение, это гаятуль худу ва тадаллуль. Что это самоприниженность, это раболепие. Так, а потом выводишь некоторые вещи, которые подпадают под это определение из поклонения, из-под поклонения, из определения поклонения. Например, истигаса в тех вопросах, в которых может помочь не только Всевышний. Говоришь, это не поклонение. Это не является поклонением. Поклонением является только обращение в тех вопросах, которые может помочь только Всевышний. Так ты тогда исправь свое определение ибада. Почему? Потому что ты на основании этого определения строишь свою идеологию. Когда ты говоришь, что единобожие делится на три вида, и вторым из видов, который является важнейшим из видов единобожия, и этот второй вид определяет, кто является единобожником, а кто не является единобожником, это тухид-улюхия, то есть единобожие в поклонении, и потом ты приходишь и таким образом, неточным образом определяешь, что такое поклонение, ну, о чем здесь можно дальше говорить? То есть противоречие. Не только противоречие здесь создаются, то есть это предположение, которое высказал Ибн Усеймин, то есть предположение о том, что когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб приводит истигаса как один из видов поклонения, он имел в виду только истигаса в тех вопросах, в которых может помочь только Всевышний, да, это предположение усугубляет то противоречие, которым мы столкнулись. Где он в одном месте говорит, истигаса это поклонение, а в другом месте говорит, нет, не любое истигаса является поклонением, а только некоторые виды. И это предположение усугубляет, потому что мы приходим к тому, что его определение поклонения вообще не точное. То есть он на этом определении строит такфиризм свой, обвиняет мусульман в неверии, еще и выводит их из ислама и дозволяет их кровь, имущество и честь. А оказывается, что определение не точное. Почему? Потому что истигаса подпадает, истигаса, например, к человеку, который может помочь, подпадает под это определение, но оказывается, что на самом деле поклонением не является. Подпадает под определение поклонения, которое дал Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, но на самом деле оказывается, по мнению самого же Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, подобная истигаса не является поклонением. Это с другой точки зрения. И в-третьих, здесь, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, если это предположение принять, согласится с этим предположением, когда он говорит, что истигаса является поклонением и имеет в виду, что то истигаса в том вопросе, зов о помощи, крик о помощи в том вопросе, который может помочь только Всевышний, что это означает? Что эти слова означают? Это означает, что если человек обращается ко Всевышнему в том вопросе, в котором может помочь не только Бог, но и другой человек, то это уже не является поклонением. Согласно этому предположению, толкованию его слов. То есть он говорит, что поклонение это то, когда ты обращаешься с тем вопросом, которым может помочь только Всевышний. Так? Например, представьте себе, что сосед может помочь вам, если вы к нему обратитесь, с, например, каким-то вопросом. Например, он может вам дать обед. У вас нет обеда, вы хотите
покушайте, голодные. Если обратитесь к соседу, он с удовольствием даст вам обед. Да? Но он может помочь. Да? Но я рассуждаю согласно логике Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, потому что моя собственная логика, которую я почерпнул из Корана и Сунны, она совсем другая, потому что я прекрасно понимаю, что когда человек в своей душе убежден о том, что Всевышний является единственным Богом, что Бог един, то все, что имеется вокруг, все от Него. Вне зависимости от того, к кому ты обращаешься, к соседу ты обращаешься за помощью, или еще кому-то ты обращаешься за помощью, все равно то, что тебе будет дано, это все от Всевышнего. Вне зависимости от того, к кому ты внешне обращаешься. Главное, что, во что ты веришь. Но, следуя логике Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, если этот человек откажется обратиться к своему соседу в данной ситуации и обратиться к Богу, будет умолять его, будет кричать и звать Бога на помощь о том, чтобы он дал ему пропитание, чтобы он насытился, чтобы он не умер от голода, то это не является поклонением. Согласно этому определению, подобному пониманию слов Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Почему? Потому что в этом вопросе мог бы помочь и другой. Поэтому что здесь Мухаммад ибн Абдул-Вахаб имеет в виду, когда говорит, что истигаса является одним из видов поклонения? Это большой вопрос. И какие бы мы здесь предположения ни выдвигали, все равно останется противоречия, и некоторые эти предположения, которые мы выдвигаем, чтобы оправдать Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, еще больше его ситуацию усугубляют, еще больше создают проблем в его идеологии, в его учености и в его адекватности. Но здесь возникает вопрос, да, здесь, то есть, когда человек обращается к другому человеку, который может помочь или не может помочь. Да? Допустим, то, что говорит Ибн Усеймин, он говорит в Шару Кешв Шубехат, здесь я закончу буквально цитату небольшую. Он говорит, что когда человек обращается к другому человеку, который не может ему помочь, допустим, один человек обращается к другому человеку, который является к другому живому человеку, но который не может ему помочь. Ну, допустим, просит у него какую-то сумму денег, которой у него нету. Так? Это что такое? Это вот из какой категории? Это поклонение или непоклонение? То есть здесь на самом деле усугубляется все еще больше и больше, когда мы вот каким-то таким примером жизненным приходим. Кричит о помощи. Вот нуждающийся кричит о помощи к другому человеку, у которого нет возможности помочь ему. Это же ведь... что это? Это согласно этому определению, которое дает Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И второму предположению это поклонение. Верно? Потому что в этом вопросе ему может помочь Всевышний. Хотя и не совсем это тоже точно, потому что другие люди-то могут помочь. Это не то, что относится только к одному Всевышнему. Правильно? Но именно тот человек, к которому он обращается, не может ему помочь. Нет у него возможности ему помочь. Что это? Ибн Усеймин в этой книге Шарх Кешф аш-Шубахат говорит: «Фахада лагвун». Это просто бесполезное действие, потому что он обращается к тому, кто ему не может помочь. Но это не ширк. Он не говорит, это ширк или еще это поклонение. Он говорит, это лагв, это просто бесполезное деяние, бессмысленное деяние. Он не называет это ширком. Поэтому здесь возникает вопрос, то есть логичный вопрос. А что это за могущество, которое вы здесь постоянно упоминаете? Гейра кадир, кадир, аль-алим. Ибн Усеймин, допустим, говорит, аль-алимин, аль-кадирин. Ученые и способные, то есть имеющие, обладающие возможностями. Что это за возможности? Что это за кудра? О чем речь? Угу. Мы этот вопрос, с позволения Бога, тоже затронем. Спасибо вам большое, что приходите, разъясняете такую важную тему. Надеюсь, что нашим зрителям это очень полезно. Я на этом с вами вынужден попрощаться. Иншаллах, увидимся на следующей передаче.
Уважаемые наши телезрители, мы, иншаллах, с вами увидимся на следующей передаче. Продолжим данную тему. А эта информация, я думаю, будет полезна для вас, вы ей воспользуетесь. А на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.